Франция открыто продюсирует эту войну. 15 ноября в Сенате Франции будет слушаться резолюция, которая будет антиазербайджанская и антитурецкая, которая просто открыто будет призывать Армению к новой войне с Азербайджаном. В преддверии этой резолюции, я думаю, сочинские встречи и были, чтобы подкрепить позиции Пашиняна как субъекта политического процесса, дистанцировать Пашиняна от разного рода олигархов и армянского глобального лобби и, наконец-то, вернуть армянскую власть из карманов армянских олигархов к, собственно говоря, народу государства Армении. Не к российским армянам, еще раз, не к французским армянам, не к американским армянам, не к каким-то еще другим армянам, которые живут в виртуальной реальности, а к реальным армянам, которые живут на территории Армении, в этом же самом Зангезуре, в конце концов. Чтобы с Азербайджаном договаривались именно эти люди, именно эта власть, которая на них опирается и на их интересы. Именно это является самым сложным в деле вот этого сочинского переговорного процесса.